Не надо отметать хоть какие-то у меня отношения. Можешь дать пиццу? Осуждаю. Всем привет, вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и ты объективно красавчик. Я могу доказать, смотри. Первое, ты смотришь этот канал. Второе, ты смотришь сериал «Школа». И третье, ты поставил лайк этому видео. Да, хитрожопость никто не отменял, но поехали смотреть сериал «Школа», погнали. А что, хавать на камеру можно? Ну, вообще, мы уже 6 класс закончили, скоро в 7 переходим. Хотите знать, как все происходило? Ну, это было еще... Саша, дай пиццу, не в крысу. Ну-ка, ну кусочек дай! В конце марта, когда Дима расстался с Наташей. Наташа замутила с Камраном. Ну, потом Камран куда-то пропал. Ну, короче, там такой трэш был. Спасибо, что заступились. Может, как-то можно обойтись без докладных? Ты что такая помню? Выйдите из класса! Бессердечный эгоист! Если ты еще хоть раз полезешь к Наташе, тебе ни одна Александра Юрьевна не поможет. Ты понял? Если вам станет от этого легче жить, то я переведу. Драться со мной будем! Я буду составлять список на педсовет, и пусть с вами разбираются другие учителя. Да и в целом, все проблемы из-за тёлок. Если бы они жили бы хорошо. Ну вы это потом поймете, я это уже все знаю. Саша, дай пиццу. Мне не важно, что там, как. Дай просто пиццу. По-братски, ты можешь дать пиццу? А что, пиццы больше нет? Шатаут, класс. Ты мне не конкурент. Какого фига? Что ты хочешь? Ну поздравляю, Дима, за тебя тёлки драться. Не надо меня учить, я знаю, что такое интим. Друзья, я думаю, не стоит объяснять причину нашего отсутствия на Ютубе. Мы создали телеграм-канал, где будем подробно делиться всей информацией, а также информацией о новых роликах. Переходите и подписывайтесь. Те, кто скучал за нами, проявите сейчас максимальную активность в виде лайков, комментариев и подписок. Вы все этого ждали так же, как и мы. Приятного просмотра. Ребята, вы готовы завтра в школу? А какого черта школа вообще работает? А, ну меня, если что, завтра не будет, так что пофиг. Руслан, ты завтра будешь в школе? Че, прикалываетесь? Мы еще даже домой не приехали. Кстати, а классуха списки на педсовет уже составила? Кто-то знает? Саша, прошел уже месяц. Какой педсовет? Я думаю, всем уже давно не до этого. А что ты на меня сразу гонишь? На Диму гони. Может, мы не будем ссориться в такое время? Какое время? Вот это не понимаешь, почему у нас в школе был перерыв. Я знаю только одно, то что ты каблуки, и твоя бывшая девушка меня подставила перед бабушкой месяц назад. Ребята, успокойтесь. Пожалуйста, мы не для этого здесь собрались. Кто-нибудь знает, какую домашку надо делать? А ты у Димы спроси. А я что? Я также ничего не знаю, как и а все. Ты вообще никогда ничего не знаешь. Еще я обманываю. Нафиг. Мало того, что пиццу закрысил, так еще бочку на меня гонит. Вы мне позвонили, идите в ж... Пусть лучше на домашнее обучение перейдешь. Мам, ты прикалываешься. Дима, не волнуйся себе. Спасибо, но мне в школе будет лучше. Меня неизвестно, когда выйдешь, а ты уверена, что справишься? Мама, лечи свою ногу, я разберусь. А учителя что говорят, безопасно все? Я только пришел. Кушаешь что, надеюсь, не только чипсы? Да, мам, я нормально ем. Все, давай, скоро звонок. Я люблю тебя. Пока. Может, мама действительно права, и мне стоит перейти на домашнее обучение? Как прошел твой месяц? Мой? Кстати, спасибо тебе большое за подарок. Какой подарок? Я теперь с этим плюшевым медведем всегда буду спать. Я не дарил тебе плюшевого медведя. Что ты хочешь? Говорю, что не дарил тебе плюшевого медведя. Я не с тобой разговариваю. Угу. Рада тебя видеть. У тебя тоже наушник за волосами? Ты про что? Ничего, забей. А что это у тебя в руках? А, это записка из прошлой жизни. От кого? Я не знаю. А я для тебя тоже прошлая жизнь. В смысле? Ну ты мне мог хотя бы что-то написать за этот месяц. Ну, ты мне тоже не писала. Я ждала от тебя сообщения. Ну, значит, мы оба виноваты. Как дела в классе? С одноклассниками помирился? Если честно, нет. У тебя нет теперь друзей в классе? Были, но я полностью со всеми перессорился. Тогда, может, перейдешь к нам в класс? Не думаю, что это будет. Не-не, это там, где училка математичка. Ты что, совсем дурная или что? Правильно. Может, уйду на домашнее обучение. Серьезно? Ладно, лучше пойду на урок. Хорошего дня тебе тогда. И тебе. Привет всем. Герман, можно я с тобой сяду? Я люблю сам сидеть. Ты же с Сэмом сидел раньше. А сейчас хочу сам. Ну ладно, понял. А? Шатаут, класс. Саша? Я теперь не шатаю. Ты что тупой? Иди переоденься, пока Юрьевна не заметила. А мне уже пофиг на классуху, всекаешь? Что с тобой? Да я просто решил сменить образ. Чего вы вообще пристали? Саша, ты нарушаешь школьную форму. Ты понимаешь, у нас из-за этого могут быть проблемы. А чего ты еще в классе? Ты должна была перевести. Прошел месяц, многое изменилось. И я изменился. Еще есть вопросы? Лучше бы поумнел. А ты лучше бы капусту жрать начала. Ты иди. Добрый день, класс. А мы тут с Джизусом спорим. Что, простите? А у нас рэпер появился в классе. Джизус! Я так понимаю, у вас начался переходный возраст. Александр... Я не Александр, а Джизус. Тогда выйдите. Джизус, мам! Тогда я попрошу, чтобы вашу бабушку вызвали в школу. Она, кстати, знает, что вы образ поменяли? Нет. Тогда выйдите и наденьте школьную форму. Да блин, достали! Все, рассаживаемся на свои места. А где Юрьевна?
Сегодня ее заменять буду я. Вы не особо похожи на Юрия. А я смотрю, месяц пошел вам на пользу. Остроумничать начали, да? Растем, как на дрожжах, Леопольд Арнольдович. Жаль, что не на капусте, да, Наташа? Герман, закрой рот. Так, ладно, тихо-тихо, успокоились. Юрьевны сегодня не будет. Она 2 недели назад уехала на практику и не успела вернуться. Поэтому временно ее обязанности буду исполнять. Это получается, что на педсовет нас вызывать не будут. Ну, из-за той ситуации, которая произошла месяц назад, да? Ну, если вы ничего нового не учудите, то, скорее всего, на педсовет вас не вызовут. Учудят. Ну, чудят. Ну, как без этого? Ну, я же их за это и люблю. Ну, с учетом того, что вы не успели прийти в школу, а уже себе Джизуса нарисовали, то даже не знаю. Можно присесть, пожалуйста? Присаживайтесь. Так, что там? Ты какого фига здесь сел? Я здесь всегда сидел с Наташей. Нужно писать к ней. Что у вас уже там не получается? Дима сел на мое место. И что, вам места мало? Полкласса отсутствует. Я хочу сидеть здесь. Так, не пудрите мне мозги и садитесь к Дмитрию. Леопольд Арнольдович, а Юрьевна точно вернется? Ну куда она от вас денется? Просто она нас уже второй раз кидает за время учебы в 6-м классе. Ну, давайте лучше вернемся к теме урока. И почему вас так мало? Ну, наверное, кто-то еще не приехал. Может, еще кто-то заболел. Знаю, как вы болеете. Лучше расскажите, как перерыв прошел для вас. Лучше бы этот перерыв не заканчивался. А потом бы вы 7-м классом пошли бы работать дворниками, потому что не закончили школу. Чего правильно? Сразу дворниками? Саша вон рэпером станет, а Наташа капуста на эссе, и там для нее широкий выбор профессии откроется. Герман! Вы просто не правы. А вы у нас все знаете и всегда правы. Наталья, лучше расскажите, как прошел месяц для вас. Отлично прошел, Леопольд Арнольдович. Я познакомилась с новым, умным и красивым мальчиком. Мы каждый день с ним общаемся по 5 часов. А у вас разве с Дмитрием не было интриги? Так Дима бросил ее. Потом от этого страдал весь класс. Ведь выясняли отношения, не перепадала нам. Только вы еще бросили. Сейчас у Димы новая телка, Полина из параллели. Ну, историю про Полину и Наташу я помню прекрасно. Она не моя телка, мы с ней даже не общаемся. Ничего не общаетесь? Она тебе кинула, а ты только... Не, подождите, я как бы тут не влезаю, но не надо отметать хоть какие-то у меня отношения. Дайте мне хоть немножечко, как бы немножечко. Ты же обманывать начал. Я еще раз повторяю, мы с ней не общаемся. Так, а ну быстро успокойтесь. Лучше расскажите, чем вы занимались целый месяц. Небось, свою рэперскую музыку писали, да? Я? Нет, я весь месяц девочек на интимке разводил. Чего делал? Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер. Что, простите? Леопольд Арнольдович, интимки — это такой рэперский сленг. Не надо меня учить, я знаю, что такое интимки. Вы ничего не скажете Саше за это? Ну, в его возрасте я тоже таким занимался. Леопольд Арнольдович, вы, наверное, неправильно Сашу поняли. Леопольд Арнольдович, а в вашем возрасте разве был интернет? Ну, нам не нужен был интернет, чтобы заниматься такими делами. А расскажите, как вы это делали? Мы собирались с парнями толпой и придумывали, как привлечь внимание девушек. Правда, в наше время это называлось по-другому. Придумали же такое странное слово, интимки. Леопольд Арнольдович, вы неправильно Сашу поняли. Леопольд Арнольдович, можно войти? Полина? Я теперь в этом классе учусь. Что? Леопольд Арнольдович, меня попросили представить девочку. А кто попросил? Директор. Он сказал, что Полина теперь учится в этом классе. Я так понимаю, тут мало учеников? Какого фига? Александр! У нас что, больше 6 классов нет, куда я при... Так, подождите, подождите. У нее уже черная фуфайка. Все нормально, сейчас что-то нарешаем. Пусть ко мне садится, а мы дан... Можно. Наталья. Я так понимаю, класс доволен. Да класс теперь за нее, Дима и Наташа, опять проблемы будут. Так, Полина училась в параллельном классе, а теперь будет учиться вместе с вами. Я советую вам принять ее уважительно и достойно. А иначе в следующий раз вы будете разговаривать с директором. В смысле, блин? Я думаю, вы присмотрите, чтобы Полину никто не обижал. Можете не переживать. Полиночка, можешь присаживаться на любое свободное место. Спасибо, Леопольд Арнольдович. Офигеть. Все слышали, что сказала Ирина Анатольевна? Я понял, хорошо. Тогда наконец-то перейдем к теме урока. Решил всех своих бывших в один класс перетащить? А я при чем? Либо ты с ней на перемене говоришь, и она переводится, либо я буду с ней говорить. Прошу уже тебе перевестись. О, ты что, за нее теперь? Нет, я сам по себе, но ты тоже недостойна учиться в нашем классе. Ой, смотрите, пример всего класса. Придурок с интимками. Рот закрой, плакса истеричная. Я не помню, как доходила Камрану жаловалась. Я не жаловалась. А что там Камран, кстати? Ты что, с ним замутить решил? Ну, ты же с ним мутила, он же тебе цветы дарил. Еще и бабушке бегала его жаловалась. Ты думаешь, что мы все забыли? Ого, вы резко с Димой друзья? Стали. Нет, он как был для меня тупым, так и остался. Господи, 2 придурка, Биба и Боба. Итак, тема сегодняшнего урока – как я провел время вдали от дома. Может, что-то адекватное напишешь? Как по мне, отличная идея. Каждому из вас есть чем поделиться. К примеру, Наталья может рассказать про свои новые отношения, а Александр – про свою рэперскую жизнь. Или же про интимки. Я думаю, директору очень понравится эта тема. Прекратите, у вас есть 20 минут, и предлагаю напрячься и выложиться на все 100%. Лучшие сочинения я прочитаю на следующем уроке. Можем приступать. А, письменно? Не-не-не, это херня. Осуждаю. И не забудьте про домашнее задание.
А ты чего приперлась, собственно? О, староста класса начинает нервничать. Ты мне не конкуренция. Вообще, Полина за этот месяц похорошела. А ты за этот месяц потупел. Может, вы не будете ссориться? А может, ты скажешь своей новенькой подружке, что в этом классе ей не место? Пошли, выйдем, поговорим. Чего? Можно я на камеру засниму? Без лишних ушей. Ну я просто посмотреть. Ну пошли, выйдем. Так можно с вами? Нет. Может, перестанете фигней страдать? Ну поздравляю, Дима, за тебя тёлки драться будут. Очень смешно. Ну почему здесь сразу две, а мне ни одной? Так ты же интимки весь месяц рассматривал. Я вообще-то пошутила, никто мне интимки не снимал. Они там не прибьют друг друга? Так иди посмотри, твои же подружки. Наташа же сама первая лезет и провоцирует ее. Зачем? Может, потому что ты ее бывший, а Полина просто бегает за тобой? Она не бегает за мной. Ну так почему она в наш класс перелилась? Ты хочешь сказать, что из-за меня? Ну, если хочешь, я могу с кем-то из них замутить. Ты серьезно? Нет, я шучу, они стрёмные, не в моем вкусе. Завалила Натаху! Лежит там, 100%. А где Наташа? Думает над своим поведением. Так адрака была? Ребят, я хочу извиниться перед Полиной за то, что очень злилась на нее. Я считаю, что мы вели себя очень некрасиво по отношению к ней. Полина, извини нас, пожалуйста, и в частности меня. Что ты с ней сделала? Мы просто поговорили. А ты можешь так поговорить с нашей... Укусила! Математичкой. Саша, отстань от девочки. Офигеть. Так, вы что, звонка не слышали? А ну быстро по местам! Дима, не хочешь сесть со мной? Что? Ты сам говорил, что у тебя в классе нет друзей. Может, тогда со мной сядешь? Ну ладно. Таким чином ми розуміємо, що автор хотів донести до нас цю думку. Так а що ти сказала Наташі? Чому вона извиняється перед тобою? Нічого особливого. Тобі складно сказати? Чому ти так переживаєш? Вона більше не буде істерити і вести себе як раніше. Так що можеш радуватися. Так а що ти їй сказала? Нічого. Просто намекнула, что видела, как месяц назад она умело пользовалась своей ручкой и вырванными листочками из тетрадки. В смысле? Пройдет время, и ты все узнаешь. А теперь давайте запишем цей вірш у зошити. Что это все значит? Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Не забывайте нас поддерживать своими лайками, комментариями. Да блин, ну блин! Постоянно заканчивается. Она имеет особенность заканчиваться. За это я и обожаю этот сериал. Каждый раз заканчивается тогда, когда хочется смотреть его больше и больше. Я как был от него в восторге, так и остался. Я как был от тебя в восторге, так и остался. Я надеюсь, ты тоже, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свои комментарии. А с тобой был Дима, типа топ. Пока!